И опять то самое телетрапное предвкушение. Привет, самолет. Ржет 100. 17 F. Скоро полетим. Да, говорит ко мне Кремля. Меня зовут Александр Никонского, пилота зовут Игорь Пахомов. От имени всего экипажа и авиакомпании России приветствую вас на борту самолета Суперджет 100. Наша авиакомпания является крупнейшим эксплуатантом современных самолетов отечественного производства. Наш рейс выполняется по маршруту Москва-Домодедово, Петербург-Пулково, совместно с авиакомпанией Аэрофлот. Время путешествия 1:15. Желаю приятного полета. Аэропорт Пулково. Привет, мой любимый Питер.